Равильевича. Продолжает наш заключительный конкурс команды КВН «Триот и Диод Смоленск». Ну что ж, добрый вечер еще раз. И сегодня мы поговорим с вами о шоу-бизнесе. Как ни крути, но любой начинающей звезде просто необходим продюсер. Итак, встреча двух продюсеров. Привет. Ты деньги принес? Принес. А где товар? Товару полно, смотреть будете? Будем, будем, будем. Чё ж не посмотреть, раз предлагаю. Так, 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 ты... Мимо, господи. Так, ты... А если... Ну чё, вообще слуха нету, а? Так, это что? Пузо. Какой месяц? Октябрь. Чтоб завтра этого не было. Октября? Тебя. Это вообще что за пробник? Зато она самая талантливая. И танцуешь? Да. И поешь? Да. Курс актерского закончила? Да. Так, ты водку пьешь? Да. Ко мне поедешь? Да. До утра останешься? Да. Вот самая талантливая. Так, ты, вы. Прыгните! Как вы видите, девушка действительно очень талантлива. И поэтому этот номер может продолжаться бесконечно. Но мы ограничены во времени, поэтому перейдем к следующему. Ну что ж, вслед за вокалом идет хореография. Итак, школа экстремального брейкданса. Здравствуйте. Это школа экстремального брейкданса? Да, 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 да. А я к вам сынулю своего привел, Сережу. Да. И сколько же Сереженьке лет? Двадцать восемь? Но зато очень талантливый мальчик. До 8 утра может на дискотеке танцевать. Какое направление? R&B, хип-хоп? Ну, там, полька, ча-ча-ча. Ну, в общем, вот такие. Хорошо. Ладно, давайте посмотрим Сереженьку. Не-не-не, Сереж, это другие дяди. Не-не-не. Ладно, оставьте нас. Ну, Сережа, чему хочешь научиться? Брейк. Нижний, верхний? Нижний. Блин. Точно нижний? Поехали, смотри на меня, повторяй за мной. Может, верхний? Нижний. Блин. Помоги встать! Да-да-да-да. На чем мы остановились? На брейке. Верхнем? Нижнем. Блин. Ладно, смотри на меня, повторяй за мной. Помочь встать! Не-не-не, не трогай! Звони в скорую! Алло, скорая! Адрес? Кирова, 7. Кирова!
Здравствуйте! Здравствуйте! Это школа экстремального брейкданса? Да. Вам письмо. Танцуйте! Ну что ж, а чтобы прогреметь на всю страну, порой просто необходим скандал. И именно для этого существуют подобные передачи. Внимание на экран! Здравствуйте, в эфире программа «Максимум», и сегодня вы увидите самые правдивые новости. В Сургуте тараканы-алкоголики выносят из дома бытовую технику и антиквариат. В Беларуси картошка захватила и удерживает двух людей в заложниках. В Рязани живет человек, который издевается над пельменями. Смотрите наш специальный репортаж с Курского вокзала. Люди говорят, что шаурма безопасна. А что вы скажете вот на это? В Астрахани был найден очень подозрительный терминал. В Мурманске появился первый в мире умный холодильник. Мы напоминаем, это была программа «Максимум». Смотрите на следующей неделе. В Дзержинске открылся первый боулинг-клуб. Солист театра Юлия Куклачева ушел в запой. В йогурт растишка что-то доподмешивают. Сергей Николаевич из Пензы еще тот кобель. Ну и, наконец, найден любимый карась Гитлера. Наше выступление мы бы хотели... Постой, ты же в приветствии говорил. Напоминаю, в финале... You know that...